Мечта для меня — это то, о чем думает человек и хочет этого добиться. Но чтобы эта мечта исполнилась, нужно поставить цель. Олар бір-біріне егіз, яғни сен өз арманыңа жету үшін алдыңа нақтылап мақсат қоясың. Және өз мақсатыңа қадамдап жеткен сайын сен өзің арманыңа бір сәт бір қадам болса да жақындағанын сезесің. Мен үшін ол болашағыңнан күтетін үміт. Что-то невообразимое, которое хочет человек всем сердцем. Сен жай отырып ойлайсың, мен мынаны алғым келет, мен мынаны жасағым келет. Мечта — это как желание человека. А чтобы добиться этой мечты, нужно поставить перед собой цель. Өте қарапайым нәрсе, өзіне ұнайтын нәрсеге сену, және де сол нәрсені армандау. Желание человека такого очень крупного, если это сбудется, то это принесет человеку очень огромное и большое счастье. По-моему, мечта — это то, чего добивается человек, чего он хочет, например, от родителей или же купить самому себе. Это та самая грандиозная цель, которую ты хочешь достичь, но никак не имеешь понятия, как до нее допрыгнуть. Мечта — это то, чего хочет человек и хочет его получить. Цель — это как план, который человек должен поставить. Если он поставит цель, он добьется своего. Мақсат дегеніміз, ол сол арманды шындыққа айналдыру. Та же самая мечта, только у нее есть дата. Человек хочет достичь этой мечты и ставить на нее цель, и она вскоре сбудется. Сен, мен мынаны жасаймын, мен мынаны аламын деп айтасын. Это как это более исполнимая вещь, чем мечта. Мақсатын арманын айырмашылығы оның өзінің уақыты болады және де оған шарттар мен белгілі бір жоспарлар құрылып отырады. Цель — это то, к чему стремятся, что надо осуществить. Цель — это путь к мечте. Цель — это то, к чему надо стремиться, и надо его осуществить. Это то, что выполняется, точнее, с помощью цели мы можем выполнить свою мечту. Отличие мечты от цели — это мечта может быть очень обширной, но недостижимой. А у цели есть свой конкретный срок исполнения. Моя мечта — это объездить мир, а цель — попасть в профгруппу. Менің арманым ол бүткіл ер әлемді аралап шығу, ал мақсатым болашақта үлкен сахнада өнер көрсету. Жалпы менің ең басты арманым ол кью-поп бағытындағы танымал әншілермен танысу, олардан жаңағы кеңес сұрау. Ал мақсатым осы шығармашылықта үлкен табысқа жету. Және де жалпы осы уақытқа дейін мен арманыма жету үшін әрекет жасаған жоқ едім. Яғни оқушының міндеті, басты міндеті ол тек сабағын оқу деп ойлап жүрдім. Бірақ соңында шыдамай Медиапроға келдім. Енді қазір арманыма жету үшін әрекеттер жасап жүрмін. Моя самая заветная мечта — это побывать в моих самых заветных городах. Это Лондон, Париж и Лос-Анджелес. Чтобы добиться этой цели, я хочу... Сначала я буду добиваться достижений в английском языке, а дальше пойдет все по пути. Менің ең үлкен арманым ол әлемдегі барлық қалаларды аралап шығу. Ол әлемдегі барлық қалаларды аралап шығу үшін мен ағылшын тілін оқып жатырмын. Моя мечта — это побывать в Египте, а цель — это попасть в профгруппу. Моя цель — это осуществить все мои мечты и оправдать все надежды моих родителей. Моя мечта — стать в будущем хорошим человеком, остаться человеком и выступать на больших сценах. Например, моя заветная мечта побывать в разных странах, в разных городах, пролететь по всему миру. А цель — стать знаменитой и очень хорошо петь. Я хочу, чтобы мои родители гордились мною. Это моя мечта. А цель в будущем успевать во всем.
Я хорошо учусь и успеваю на дополнительные свои уроки. И я хочу, чтобы в моем будущем я также продолжала. Моя мечта — это стать визажистом на фоне творчества. А моя цель — это стать визажистом. Чтобы стать им, я собираюсь ходить в школу визажистов. Моя самая заветная мечта — это стать хореографом, открыть свою танцевальную студию. Для этого нужно работать, стремиться и, главное, делать то, что любишь.